Йоу, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня мы играем на самом крутом и самом уникальном проекте под названием Online RP. Мы играем на телефонах в GTA Online, прикиньте, блин, ребятки, как же это круто. Ну что же, знакомьтесь, вот это банда бомжей, это мои подписчики, и прямо сегодня кто-то из них станет счастливым. Нет, ребятки, они не получат дом, они получат нож Standoff 2. Я им дам несколько заданий, и у кого будет больше всего баллов, тот и получит нож в игрушке Standoff 2. Представьте, насколько все это круто. А теперь напишите промокод, чтобы получить на халяву кучу бабла. Какой промокод? И первый, кто написал промокод, это Lord Tops. Лордик, братик, я тебя поздравляю, ну-ка выйди сюда, Лордик! Ты получаешь один балл, потому что да, промокод Кент. Если вы, мои уважаемые подписчики, при регистрации ведете промокод Кент, то вы на халяву получите 150 тысяч долларов. Этих денег вам хватит абсолютно на все. Вы сможете себе купить машину, квартиру, девушку, все, что хотите. Поэтому вводите промокод Кент. Как его вводить? Смотрите, ребятки, пишите в чате команду MM. Дальше выбираете промокод и сюда пишите просто 4 буковки Кент. Вот так вот, все предельно просто. Второе задание будет таким. Вам, ребятки, надо ехать просто по прямой в упор к зданию, которое вы видите, да? И кто первый к нему доедет, тот получает следующий балл. На счет 3 начинаем нашу гонку. Говорю сразу, не мухлевать. Мухлевать тут может только Кент АПК. Ну что же, 1, 2, 3, поехали! И кто же будет чемпионом, кто же будет победителем, ребята, как вы думаете? Так, самое главное, ни в кого не врезаться. И кто же будет чемпионом? Ах, блин, я сбил какую-то бабу, ну и хрен с ней. Так, кто чемпион, смотрим. Да, и наш абсолютный чемпион, это Лорд. Лорд, братик, я тебя поздравляю, выйди. Лорд, братан, хоть у тебя и лицо такое, как будто ты бухал 1000 лет без остановки, но ты получаешь 2-й балл, я тебя сегодня поздравляю, и у тебя уже 2 балла, нифига себе ты жесткий. Так, ну что же, ребятки, ну а сейчас будет задание номер 3. Короче, ребятки, следующее задание будет довольно-таки прикольное. Каждому из вас по очереди надо подойти к кому-то из банды зеленого гетто, написать «Я вызываю тебя на бой», один раз ударить и убежать. Вы поняли задание? И кто выживет, тот получает балл. Если все выживут, то значит все получат по баллу. Давай, Айзат, ты первый, поехали, братанчик. Выходи, давай. Подбеги, вот к этому, видишь, Ричарду, напиши «Вызывайте на бой». Чувак, блин, какая-то жопа, всех давит, ну нахрен. Пацаны, тут перестрелка началась. Хрена себе, по кентухе попали. Давай, Айзат, поехал. Напиши «Вызывайте». Убегай, ни хрена себе. Айзат, ты жесткий. Бомж убил чувака с гетто. Лорд, давай, следующий. Напиши «Вызывайте на бой» и один раз ударь. И все, но не надо убивать, давай. Но на РПшить нельзя. Напиши «Вызывайте на бой». Твою мать, нас лордом убили. Да ну нафиг. Меня-то за что, я же ничего не сделал. За что, кента? Ну, короче, мы с лордом по баллу точно не получим. 5 минут later. Короче, Джейк Милтон, теперь твой выход. Ты должен подбежать к парню зеленого гетто, написать «Вызывайте на бой», ударить его один раз и убежать. Если ты выживешь, ты тоже получаешь один балл. Так, ништяк, Джейк. А ну-ка, мы нашли, ребятки. Я вызываю. Напиши «Тебя на бой». Вызываю тебя на бой. Давай, Джейк. Тебя на бой. Один раз его надо ударить. А он в дом побежал, челик. Ну жди его возле выхода, он еще рано или поздно придет. Короче, ребятки, так получилось, что никого зеленого гетто нету. Мы уже объездили весь район, вообще никого нету. Будем считать, что Джейк выполнил данное задание, потому что он написал, он просто не успел ударить. Ну что же, на данный момент у Айзата, Джейка по баллу, у Лорда 2 балла. Красавчики. Ну что же, ребятки, следующее задание будет крайне простым. Последний, кто выживет в этой зарубе, получает один балл. Почему это будет заруба? Да потому что вот это вот какое-то синее гетто, они всегда нам угрожают, это какие-то неадекваты. Давайте сейчас мы, короче, к ним зайдем и напишем наши короны кубомжи. Так, пацаны, стойте, готовьтесь, с битами выходите, все с битами. Последний, кто с нашей банды выживет, тот получает балл. Я им сейчас просто напишу кубомжи, просто без оскорблений, без всего, кубомжи. Так, народ. Так, подождите, нас давят, пацаны, в атаку! Все в атаку на синее гетто, просто так начали дубасить, мужики, поехали! Не, ну вы это видели, просто так задавили нас, мы не хотели, они сами нас спровоцировали. Он убегает!
убегает! Он убегает, пацаны, вот это да! Нифига себе, вы жесткие! Не, ну они первые напали, мы не хотели. Давай, Джейк, не отставай, побежали, побежали за этим чуваком. Он совсем рамсы попутал. Вот это да! Вот это да! Пришла новая власть, пришло новое гетто. Теперь мы держим этот район. Смотрите, он убегает от нас на крышу. Я просто ру. Он вышел с игры! Ой, пацаны... Так, мужики, а ну-ка, Айзат, кто его замочит? Ну-ну-ну-ну-ну, да подождите, вы друг друга не мочите. И победителем становится. Так, мужики, кто его забьет? Так, красавчики, красавчики. Вы посмотрите на вот это. Нет, тут однозначно вы, ребятки, получаете по одному баллу, вы красавчики. От лорда Айзат получает по баллу. То есть, получается... Таблица такова. У лорда 3 балла, у Айзата 2 балла, у Джейка 1 балл. Да все, 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 лорд! Я понял, лорд не сдается! Нифига себе, лорд замочил его! Блин, обалдеть, лорд, ну ты жесткий. Ну а прямо сейчас будет последнее испытание, в котором мы узнаем, кто же будет победителем. У вас есть ровно 15 секунд запрятаться друг от друга. После этого у вас начинается дуэль. И последний, кто выживет, тот получает балл. Поехали, ребятки, 15 секунд. Ну-ну-ну, прячьтесь, прячьтесь. Давайте, уже осталось 5 секунд, 5 секунд. Всем надо запрятаться. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали, поехали, поехали. Кто же будет победителем, кто же будет чемпионом, кто же всех перемочит? Да, ребята, это не стендофф, это GTA. И прямо сейчас так, лорд пытается кого-то атаковать или не пытается. Так, 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 ну что же, ребята, вы посмотрите на эту мега-битву. Сейчас, походу, кто-то умрет. И так, я вижу перестрелка, ну нифига себе. Айзат решил кого-то в крысу убить, но, походу, не получилось. Так, ну что же, кто же будет чемпионом? Айзат, лорд или Джейк? Кто же будет победителем и у кого будет последний финальный балл? Так, я смотрю, у Джейка вообще нету жизни, походу, Джейка сейчас прибьют. Джейк, ну было приятно с тобой иметь дело, но, походу, ты все, того, алло. Или нет? Так, так, а ну-ка, Айзат или лорд тоже будет победителем. Блин, ребята, прям, я не знаю, как вы так стрелять, вы в упор не попадаете. Так, и Джей еще убивает Айзата, о нет, Айзата убьют, Айзата сливает, Айзата убили. Ни хрена себе, по всей видимости, остался лорд и Джейк. Но у лорда полный хп, у Джейка вообще нету жизни, кто же будет чемпионом? Так, 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 а ну-ка, и лорд. Да, 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 и наш абсолютный чемпион, это лорд, и лорд получает нож, лорд, ты красава, ты получаешь нож. Как же скачать Самп Мобайл на ваш телефон? Все, ребята, предельно просто. Я вам советую посмотреть данное видео, тут все подробно рассказано, тут даже нубу понятно. А вы-то у меня не нубы, поэтому вы все поймете гораздо быстрее. Вот, можете все сделать так же самое, как видео. То есть, что вам надо сделать? Нажимаете, например, Google Диск, видите, вот сюда, нажимаете по этой ссылочке. Дальше, скачивайте этот Самп Лаунчер. Потом, после того, как его скачали, установили, заходите в него, нажимаете еще раз установить, и вы установили GTA Mobile на ваш телефон буквально за 10 минут. И вот он, ребятки, наш победитель, лорд. Мы его поздравляем, и он получает нож, я ему передам через My Standoff. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Если вы хотите играть в GTA вместе со мной на этом крутом сервере, обязательно загляните в описание. Там очень круто, там точно скучно не будет. И самое главное, при регистрации вводите промокод KENT, и вы получите на халяву кучу-кучу денег. В общем, ребятки, жду всех на этом сервере. Все нужные ссылочки есть в описании. Ну а с вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока!